этом видеоуроке я расскажу, как правильно загрузить видео на самый популярный сервис YouTube. Размещая свой ролик в интернете на канале YouTube, ваш видеоролик не должен содержать какую-то популярную музыку, иначе ваш видеоролик могут заблокировать, а при повторном размещении такого видео, где вы не имеете прав на музыкальный контент, ваш аккаунт на YouTube могут даже заблокировать. Поэтому с этим очень осторожно. Итак, поехали. Открываем сервис YouTube, естественно, открываем свой аккаунт, выбираем кнопку «Добавить видео», открывается вкладка, выберите «Файлы на компьютере», выбираю, где у меня лежит ролик. Например, я сейчас выберу вот «День путешествий», для того, чтобы просто показать. Первое, значит, в нашем ролике нужно обязательно указать название правильно. Пишу с большой буквы «День путешествий». Обязательно убираем на конце название расширения нашего видеофайла. Здесь оно не нужно. В описании обязательно указываем наш сайт. Обязательно добавляем описание. В описании не забудьте указать свой сайт. Обязательно добавляем теги. Не забудьте выбрать категорию. Я выберу «Путешествия и события». Здесь у меня видеоролик будет для всех, стандартная лицензия. Далее не забудьте выбрать значок, какой будет показываться на вашем видео. Для этого, конечно, выбираем самую лучшую картинку, которая будет ассоциироваться с вашим видео. Например, я выберу вот этот пальмы. Далее включаю расширенные настройки вкладку и здесь выбираю «Разрешите комментарии только когда они будут одобрены». Ответы на видео я уберу. Если мы уберем эту галочку «Встраивание», то наш видеоролик невозможно будет расположить где-то на блоге, то есть взять код этого видео и расположить где-то в интернете. Местоположение видео. Если вы хотите, чтобы ваше видео находили по местоположению, тогда здесь можно выставить. Дата записи я выставлю сегодня, 1 октября 2012 года. Сохранить — основная информация. Ну, в принципе, все. И ролик уже загрузился. Здесь показывается ссылка, где этот ролик у меня уже, в принципе, будет показываться. Я перехожу по ней. И мы видим, все замечательно. Ролик уже отрендерился. Качество HD уже в ролике готово, отрендерилось. Ролик можно просматривать. Название у видеоролика отредактированное. Все хорошо смотрится. Есть описание, поставлена ссылка, но она почему-то не кликабельная. Почему не кликабельная? Потому что, чтобы ссылка была кликабельная, нужно поставить не www, а нужно поставить http. Заходим обратно и вместо www мы ставим http. Вот теперь у нас будет ссылка кликабельная. Здесь уже все изменения сохранились. Окей, переходим еще раз. Смотрим опять наше видео и мы видим, что теперь у нас уже ссылка на наш блог становится кликабельная, что и нам необходимо было сделать. Более того, вы всегда можете улучшить свое видео, даже которое загрузили несколько ранее. Для этого можно добавить в описании раскадровку по времени. Как это сделать? Заходим в свой аккаунт, выбираем менеджер видео, находим свой ролик, информация и настройки. Открывается наш видеоролик для редактирования. Здесь мы добавляем в описании по времени. Например, у меня в ролике какие можно добавить видеокадры. Если смотреть по временной шкале, то на 17 секунде у меня начинается такой видеокадр, где люди плывут на лодке. Значит, я сюда пишу 0, также двоеточие, 17, и вставляю «река на острове Качан». Далее у меня идет какой кадр следующий. Далее на 28 секунде у меня появляется в кадре катер. Я пишу также 0, двоеточие, 28 секунда и пишу «катер на закате». Катер на закате. Вот таким способом я могу сделать раскадровку по всему моему видеоролику. Далее мне это нужно сохранить. Сохранить изменения.
Окей. И теперь я перехожу на страницу просмотра видео. Мы видим, что в описании ролика у меня появляется временная шкала. Она тоже становится активная, кликабельная. И если я сейчас кликну на, допустим, кафе Bodywork у реки, мы видим, запускается именно этот момент, 40 секунды, именно вот это показывается тот сюжет, который я сделал, поставил в раскадровке. Вот этот способ поможет вашим зрителям находить нужные моменты на видео. Если ваше видео будет занимать по продолжительности очень много времени, допустим, оно может быть и на 30 минут, а человеку будет очень важно найти какой-то момент, скажем, там на 21 минуте. И это очень облегчит ему поиск, ему понравится ваше видео, ему понравится раскадровка, он поймет, что это видео расположил на YouTube профессионал своего дела, и, возможно, этот человек подпишется на ваш канал, зайдет на ваш блог, будет вашим подписчиком или станет вашим клиентом. Вот таким нехитрым способом можно еще раз улучшить свое видео на канале YouTube. Этот видеоурок, пожалуй, самый короткий из всего видеокурса, но не менее важный, поскольку от этого зависит, будет ли ваш ролик восприниматься сервисом, будут ли его находить по поиску, по ключевым словам, по тегам, быстро ли зритель сможет найти в видеоролике нужный момент по раскадровке, сможет ли зритель после просмотра видео перейти на ваш сайт и так далее. Загружайте правильно видеоролики на сервис YouTube. Желаю вам удачных роликов, большого количества просмотров. И до встречи в наших следующих видеоуроках.